Все там закончил, сейчас начинаем загрузку самосвалов. Этот просил через час подъехать, чтобы я к нему подъехал там еще. Все время у меня так. Я не могу на одно что-то делать. То там надо, то здесь надо. Ну и как бы вот так вот всегда, короче, получается. Что-то одно, но ни хрена не получается. Потому что, ой, помоги здесь, помоги здесь, помоги здесь. И вот они, ну так вот все дергают, как бы, и все. Минус 20 где-то здесь примерно сейчас градусов. Шведский КамАЗик. Как хорошо он забирает снег, когда вот эти все суставы без люфтов, просто прям пинг, снег сам прыгает в ковш. А когда все было разъебано, блин, как тяжело было. Ну как тяжело? Я же не знал, как должно быть. Ну, у меня же не было никогда. Как бы с разъебанным я ездил, мне, ну, казалось, ну, наверное. Я же не понимал, как должно быть. Чтобы оно прямо аж само идет ковш. Я этого не знал. А когда я все восстановил, я понял, что, конечно, я херней занимался. 3 года, блядь, на разъебанном всем ездил. Это топливо, понимаете? Это все топливо. Ты раз не зачерпнул, два не зачерпнул, три не зачерпнул. Это все горючка. Плюс ты ездишь 3 раза больше. И это вот все сказывается, типа, да, типа, времени больше, тебе денег больше заплатят. Так зачем? Ты можешь просто брать полный ковш и ехать медленнее. И все. И по часам у тебя то же самое будет. Но моторесурс у тебя, техники, совершенно другой. Вот, вот я к чему разговор веду. Сейчас это догружу, отправлю его. Гружу через задний борт
Вот я о чем говорил. Мне нужна была именно скамейка. Она ниже. И борт вертикальный у нее, 90 градусов. А то и Volvo борт боком. Под наклоном. Естественно, я тогда не достану, понимаете? Я уже буду упираться капотом в него, а высыпать не смогу. И вот у этой машины, так как кузов на 10 сантиметров шире, мне удобнее грузить. По крайней мере, высыпаться будет в кузов. Я, допустим, я не могу вывернуть ковш, видите? Но, по крайней мере, по бокам мне будет сыпаться. Понимаете, какая ситуация? А если... Так он меня не провалится туда, ковш. То есть, ну, может, будет с какими-то там миллиметрах идти. Но тогда надо, чтобы машина ровно стояла и трактор ровно стоял. То есть целый херова гора факторов, чтобы его загрузить. Выворотом ковша. Я не мерил, не знаю, входит туда ковш или нет. В его кузов не мерил. Но, по-моему, он не войдет, если... выворотом ковша. Но тогда, я говорю, мне очень ровно надо стоять. Но я думаю, это нереально. Не, выворота ковша не получится. Только челюстью. Но просыпка минимальная будет, если сделать челюстью его. А с во львом по-любому будет просыпаться по сторонам. Понятное дело, я так стараюсь краем ковша брать, чтобы... не на всю плоскость. Это однозначно. Короче, мне Volvo Андрюшкина не подходит для такой загрузки вообще. Ну, как бы, как я достану, если вот видите, мне не, уже никак не получается. Сейчас переедем, потому что меня не устраивает, что я полный ковш набрал. Ну, по ширине я имею в виду. Мне так не надо. Мне надо только один уголок. А чтобы уголок, надо с края начинать. Вот так вот надо. Конечно, народ переживает, что вот возле забора так опасно, понятное дело. Больше здесь никак не загрузишь, потому что, ну, блядь, как ты загрузишь, если здесь поперек самосвала не встать? Да, у него уже уголок.
угол полный. Надо сейчас протолкать. Ой. Ну все, я здесь уже не смогу ничего сделать. Забора поехаем. Блин, вот эта ваза или что это такое, зараза за меня за стрелу задевает, надо по идее стрелу поворачивать. Сейчас попробуем вот так вот чуть-чуть боком, типа крабовый ход. Прокатило. Все, сейчас догружаем еще пару куч там и там получается какая-то у меня третья, что ли. И все. Ждем Лавана. Остатки грузим и в принципе последняя куча осталась. Две еще. Я тут еще сейчас подберу, почище сделаю. Задним не идет. Так, пока вот этот у меня есть ковшей, я ему загружу здесь, а потом
Потом будем через зад опять грузить. Ждем-с. Короче, Андрюшка сегодня позвонил, председатель, ну, понятно, что с утра, блядь, я-то нифига не алё. Короче, они созвонились, он говорит, да-да, типа, скажите, во сколько на, туда-сюда. Андрюшка, по 2500, типа, а на Вольве, на полноприводной. А Вова трёшку сказал. Ну, короче, что, я Вове говорю, ну, Вов, скорее всего, Андрюшка будет возить по 2500. Так что, говорю, на завтра с ним забились, председатель сам забился. Он такой, ну окей. Ну, короче, звонит, представитель говорит, Андрей сказал, что типа у него машина сломана, он с кем-то сейчас договорится, там может, ну, может быть, там или что-то. Ну, короче, такой расклад. И типа позвонит. Я говорю, так время-то идет, что делать-то? Он говорит, что, блин, звони этому, Вове, типа. Я говорю, так Вова по тройку, блин, как бы это. Он такой, ну, типа, ладно, это... позвони, звоню Вове. Вова, говорю, что ты по 2500 поедешь? Такой раз замолчал. Ну, типа, я говорю, ну, типа, Андрюха по 2500. Я говорю, да ладно, а что, типа, на, ну, такой сразу, а что, на сколько там, ну, там, что? Я говорю, да ладно, говорю, ёпты. Я просто решил проверить тебя, говорю. По тройку договорились, говорю, успокойся. Просто хотел, говорю, проверить, что ты скажешь на это. Со мной человек ехал, говорит, нихуя ты, говорит, шутник, ёпта. Шутки шутишь, блядь. Я говорю, а что такого-то? Так вот. Вроде нормально все. Да. Нормально. В одну сторону ковша набрал хорошо. Все, Вов, поехали вниз. Аккуратнее забор, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.